Здравствуйте, друзья! Предлагаем вам смастерить необычную книжную закладку «Осень в банке», чтобы в зимние вечера вспоминать о теплых и ярких моментах осени. Для мастер-класса нам понадобится 2 листа крафтовой бумаги, небольшой файлик вырезанный, осенние листья, которые вы собрали на улице. Вот такая закладка у нас получится. Еще нам понадобятся карандаши, фломастер черный, ножницы и двухсторонний скотч. Итак, приступаем. Для начала мы возьмем листочек крафтовой бумаги и нарисуем на ней банку. Вот примерно такая банка у нас получается. Нарисуем такую же баночку и на втором листочке. Они должны быть у нас одинаковые. Вырезаем по контуру. Так, баночки у нас готовы. Теперь мы с вами возьмем черный фломастер и пройдемся еще по контуру. Нарисуем черным фломастером уже саму баночку. Вы можете смотреть за моим примером и повторить. Нарисовали крышку. И теперь обведем ее по кругу. Теперь нарисуем, получше прорисуем крышку. Так. Вот так у нас получилось. То же самое мы должны сделать со второй банкой. Две одинаковые банки у нас получились. Наша задача сейчас вырезать середину. Смотрите внимательнее, у вас середины обоих баночек должны быть одинаково вырезаны. Вот так. Теперь возьмем файлик, вырежем часть, у меня, видите, уголочек, и вставим туда понравившийся листочек. Вот примерно так. Примеряем. Отрезаем лишнее, вставляем файлик, здорово. Сейчас возьмем двухсторонний скотч и приклеим стороны файлика, чтобы наш листочек не выпал. Вот так у нас получилось. Примерим теперь к баночке. Также внутри банки мы проклеили двухсторонним скотчем. Вот так. Приложим, посмотрим, как будет выглядеть. И края, которые выступают за баночку, нам нужно тоже будет ножницами подрезать. Файлик с листиком приклеили к банке на двухсторонний скотч. Обрезаем лишнее. Ко второй баночке мы тоже приклеиваем двухсторонний скотч и закрываем. Если у вас будет что-то выходить за края, лишнее вы можете подрезать. Вот так, лишнее отрезаем. И вот такая баночка у нас получается. Красота! Теперь возьмем дырокол и сделаем небольшую дырочку.
проденем в нее ленточку понравившегося вам цвета. И вот такая у нас получается книжная закладка. Завязываем уголок, узелок. Вот так. Теперь в холодные зимние вечера вы будете вспоминать о теплой осени. Мастерите вместе с нами, делитесь своими работами. Мы ждем вас в гости в нашу библиотеку Евгения Степановича Коковина. До свидания!